Happy New Year, Happy New Year. We all have a vision now and then of the world, every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. Maybe all have our dreams are we'll try. If we don't, we might as well lay down and die. Знаете, нужно просить англосаксам эту замечательную песню, с которой я поздравляю всех сердечно на канале «Реальный Французский» с Новым Годом, наступающим праздником и всеми приятными праздниками, которых Россия, наша страна так... Да вообще весь мир ждет с огромным упоением предвкушения, с этой сладострастной ноткой ощущения той атмосферы, в которой мы все погружаемся, когда дарим друг другу положительные эмоции. Этим вечером, сегодня массу поздравлений накануне еще праздника я успел получить, и отправляю вам тот сердечный посыл позитивного настроения и гармонии жизнерадостности, который просто вынужден с вами разделить, потому что слишком много в себе сложно утаить, это просто переизбыток. Вы на канале «Реальный Французский», и несмотря на то, что она началась с этих англосаксонских ноток, это просто то, что знают все, это то, с помощью чего так просто сказать вам, как я вас всех люблю, и как вам я должен всем тем побуждением, мотивацией, всем тем настроением, в котором вы со мной, дорогие зрители, слушатели, дорогие изучающие французский язык, мои интернет-ученики, двигали меня в обучении вас в этом субъектно-субъектном процессе, в процессе взаимодействия в течение 2015 года, в нашем процессе движения вперед в освоении реального французского. Разумеется, что нет ни одного преподавателя, ни одного специалиста, ни одного профессионала экстра-ультра-иного класса, который не продолжал бы свое развитие в языке. Разумеется, что я ничего не знаю, как говорил великий Сократ, французский философ, хотел сказать, греческий философ, вы знаете, да, из тех, серии тех франкофилов и франкоманов, которые просто дайте мне любое слово, я докажу вам, что оно из французского. В общем, я перед вашей светлой очи с поздравлениями искренними накануне праздников, которые дают нам положительное настроение, и с целью обозначить некий весь того, что было достигнуто, с целью быть более предметным в моей благодарности вам в том направлении мотивации, в котором вы меня без которого вы меня оставляли в течение года, расскажу о том, что удалось сделать, и, соответственно, может быть, несколько интересных мыслей придет относительно анонсов на ближайший год у меня к вам, из того, что, во всяком случае, было у меня в проектах, и чем я хотел бы накануне с вами поделиться, чтобы это предвосхищение радости, как-то она тоже имела свою артикуляционно выраженную форму словесную. Итак, я вообще очень рад, на самом деле, что получилось за этот год снять большое количество видео. Если честно, я не сделал еще никакую статистику, но вот и сейчас вместе с вами посмотрим, что было в 2015 году. Я могу сказать точно, что каждую неделю, совершенно точно, каждую неделю в этом году я возобновил с конца прошлого года, с декабря, видеоуроки для вас на канале «Реальный Французский». Это видеоуроки, в которых для меня есть огромное удовольствие, и я надеюсь, польза для вас, потому что я не сценарирую их, я их не прописываю. Как вы знаете, они осуществляются в импровизации, и если бы я приложил как бы силу монтажа и месячный формат урока для меня, потому что я, честно говоря, не очень силен вот в плане техники, и даже в плане техники владения своей спиной, потому что если я долго сидеть на одном месте, то мои производственные травмы в свое время, которые я получил в отношении своего костно-двигательного аппарата, просто не позволит мне высиживать более 2 часов на месте, и, в общем, отсюда и проблемы тоже с монтажом, потому что если я вот так вот делаю рукой, соответственно, что-то там выпиливаю в компьютере, даже очень удобно, вроде Макинтоша, на который я работаю в течение более чем 2 часов, мне начинает все болеть, и потом я долго отхожу, то есть вот так вот, как сумасшедший, выпрямлять спину однозначно назад и ходить, и, соответственно, вызывать удивительные взгляды людей на протяжении 5 часов, пока это все вот не отойдет. В общем, это называется остеохондроз или еще как-то. Ну, в общем, это была студенческая практика, потому что я фотограф. В течение 3 лет я работал фотографом в фотосервисе. И, в общем, как-то заработал себе вот эту штуку, видимо, которая каждый раз напоминает мне болями в спине, в случае, если начинать заниматься каким-то монтажом. Только если раньше это был фотомонтаж, теперь мне не до видеомонтажа, отсюда я его оставил без каких-либо там раскрашенных красивыми словами, блестяшками, вставками игрой пестрых цифровых технологий на экране в течение этого года, но уроки выходили, и я очень благодарен вам за то, что вы говорили, сообщали мне о том, что они имели для вас пользу, потому что для меня это огромное удовольствие. Каждый раз, когда у меня хватает времени и желания, и сил, и это случается где-то как минимум раз в неделю, поэтому стараюсь время для этого высвободить, я делюсь с вами теми знаниями, которые у меня есть, они роятся, их очень много, разнообразных сведений, знаний, которые я получаю, и как бы вне платного порядка, если надаю платные уроки французского языка, частным образом в огромном количестве занимаюсь переводами, и, в общем, много
немного другой профессиональной деятельностью. В общем, от свободного времени и сил у меня хватает желания получать удовольствие от осознания альтруистической вот этой энтузиазной деятельности по вашему интернет-обучению. Вот таким образом, на каждом уроке, как минимум один раз в неделю, являюсь вашим интернет-педагогом, заочным учителем французского языка. И вот смотрю я сейчас, что с 28 декабря 2014 года, когда я написал вам, куда я пропал, задался вопросом, начал давать вам регулярные ответы, в общем, в анонсах, сообщениях есть как минимум «un», «deux». Кстати, вы можете читать за мной, потому что на этом канале нет ни одного неправильного французского звука. «Un», «deux», «trois», «quatre», «cinq», «six», «sept», «huit». Вы же повторяете, да? «Neuf», «dix», «onze», «douze», «treize». Вы чувствуете, как поднимает настроение французский язык, а? Мне чуть точно начинаю считать, мне уже хорошо. Voilà. 14, любимое французское число, 14 июля. Не знаю, с таким размахом, как в России празднуют Новый год, французы только празднуют 14 июля, наверное. 15. Alors. 16, 17, 18, не обсчитаться, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42,
nous, la bisextile qui vient, alors va nous montrer l'abondance, la plénitude, la multitude et l'infinité de la quantité de leçons que je vous promets d'avance. Alors, не буду говорить по-французски, потому что, возможно, если ты еще не понимаешь на уровне свободного говорения. В общем, салют, мои chers français, je vous aime beaucoup, c'est aussi la félicitation pour vous. В общем, мое праздничное настроение, в виде некоторых поздравлений отправил французам сейчас, чтобы они тоже не остались без поздравлений. Дорогие друзья, 42 урока было сделано, последняя серия уроков, на самом деле, немало меня вымотало, это был каждый день, потому что я решил себя взять в руки, продисциплинировать. Слушайте, сколько отрады я получил от осознания дисциплины и регулярности. Вот почему я еще с большей свободой речи хочу вам сказать, мои дорогие друзья, подписчики, это какое-то слово, знаете, оно мне какое-то время еще назад просто привито интернет-поколением, а вот пользование интернета, я имею в виду сейчас. Нет, это не подписчики. Вы мои друзья, если вы любите французский язык, потому что если нас обнять нечто общее, такая штука, как любовь к языку, да, франкофилия, в таком случае вы не можете быть просто людьми, которые на что-то там подписались. Я думаю, что это технический термин, который связан с тем, чтобы у вас была просто своевременная информация относительно того, что какое-то видео появилось на канале, которым вы дополняете свое обучение французскому, не значит, что вы имеете первый статус. Приоритет – это не то, что вы подписались на что-то. Приоритет – это то, что вы подписались на стремление к изучению французского языка, а автоматически являетесь главным образом на терминологическом уровне друзьями. Mes chers amis, вот что я люблю повторять. Да, я люблю встать «mes chers amis», не «mes chers amis», не «mes chers amis», не «mes chers amis» и не «мыши». «Mes chers amis». Я люблю повторять и знаю, что если вы сделаете то же самое, то у вас с каждым правильным повтором вы приближаетесь к тому, что ваш французский станет более верным, более красивым, и, главное, более стремительно приближающим вас к восприятию французского, если у вас еще начальный уровень. И вот почему я так нежно стараюсь заботиться о французских ушах развивающихся франкофилов. Последний видеокурс французского языка посвящен временам, и я говорил о дисциплине, в которую я себя строжайшим образом загнал, чтобы реализовывать каждый день любой ценой видеоуроки, и они получились. Этот курс посвящен всем французским временам, символическое число 7 отражено во французской системе Декарта, которая говорит о симметрии, о логике, о такой здравомысленности построения мыслительной системы французов, через какую верную сеточку, хочу сказать, они смотрят на этот мир, но дело не в том, что я люблю больше француз, я говорю сейчас о языке, о его цивилизационной силе, а вот почему я как раз говорю о том, как здорово заставить себя делать регулярно какие-то задания. То есть вначале это может показаться тяжело, а может порой даже невыносимо, даже ну как я это сделаю, когда я просто уже после 6 занятий падаю практически в состояние санкапа, а обморочное можно, ты просто говоришь себе, давай, ну, пьешь, не знаю, воду холодную, там, или бегаешь, если мы имеем возможность, там, пробежаться 15 минут, и потом садимся за уроки и делаем эту теоретическую, хотел сказать, грамматику, делаем какие-то вещи, которые мы обязали себя делать, потому что если у нас нет сил, но есть 15 минут, мы не просто включаем песню любимого Дасена, там, не знаю, Ализе, еще кого-нибудь мы слушаем, Милен Фернел, не знаю, Бебеля Бар этим летом, или Олю Ляш, я надеюсь, что многим полюбился, как и мне за этот год,
У меня два певца в этом году, потрясающих открытий для меня. Я вновь их открыл для себя. Это Олю Ляв и Бен Абар. Если засыпаем под эти мелодии, это значит, мы не совсем работаем с французским. Те выделенные для нас 15 минут, которые мы для себя выделили, вот на этот день они должны быть нами пройдены, прожиты, проделанная работа, полчаса не меньше. Или 15 минут, не меньше, если мы для себя решили. И это должна быть мыслительная работа. Если нет для нее сил, тогда нужно встать и сесть. И потом 50 раз сделать это упражнение, если есть возможность. Если нет, выбежу на улицу, вернувшись, продолжить наше изучение французского языка. Вот в той обещанной себе работе. Знаете, говоря из института психоанализа, в котором я в последнее время учусь на философа практического направления, если ваше подсознание говорит вам, что вы добились успеха, то это даже важнее, чем сам успех. То есть я говорю себе, там, допустим, я сделал этот видеоурок. Вы себе говорите, я сделал это домашнее задание, там, я выделил сегодня 15 минут, и завтра их тоже выделил, и я сделаю их сегодня и завтра, и после того, как вы это совершаете, у вас возникает ощущение уверенности в себе. Voilà, le chemin de succès est pavé de certitude. Ne rate pas ton arrêt dans le bus des habitudes. Поет Оль Дюляв. И Monsieur Day еще. Monsieur Day. Иными словами, что я должен перевести эту фразу, конечно. Путь успеха, он выложен или умощен уверенностью. И не пропусти свою остановку, когда едешь в автобусе привычек. Автобус привычек — это когда у нас бесконечно много всего не получается. То есть мы беремся за много дел, мы же хотим всего и сразу, получаем, как говорили на русском радио, в свое время ничего и понемногу. Так вот, в какой-то момент нужно просто взять и выйти из этой привычной рутины, из коллиматера, из вот этой центрифуги постоянного электронного движения по кругу, перестать вот молоться в ступе, да, tourner en rond, торчать на месте и рвануть вперед регулярностью на отдельный период времени, чтобы сказать себе, я каждый день это делал. И вот в чем смысл той радости, которая приходит после, осознавая, что ты смог это сделать даже больше, чем тот вот фактически объемный содержательный результат того, что вы проделали. То есть, на самом деле, положа руку на сердце, те видеоуроки, которые я сделал, они по видео, по французским временам ознакомительного характера. Если кто-то освоит французское время по этим видеозарисовкам, то это значит, что он проделал все упражнения, которые рекомендовал в видео. Потому что сами упражнения, по сути своей, носят объяснительно-ознакомительный такой характер. Да? Я просто показываю времена, я рассказываю, как они расположены, я предлагаю систему, которая помогает понять, как работать с этими временами, чтобы они у вас оказались в голове, вот такой мыслительный конструкт вырос, чтобы была система, потому что ученики сейчас спрашивают, дорогой препод, уважаемый преподаватель, как вообще формируется французская система времен? И преподаватель говорит, подождите, потому что я не могу вам объяснить явление, которое на 500 страниц распространяется. У нас есть библия французского Попова-Казакова, там Потушанская, Александровская, Голденберг и прочая компания замечательных людей, которые написали огромные пыльные, библиотечная пыль, тома, и они, соответственно, сейчас уже не влезают в голову сразу, поэтому я не могу вам все это объяснить. Понимаете? Есть еще замечательные лингводидакты, такая старая советская наука, которая занимается качественным учением иностранным языкам. Я ее, в общем, в неплохом формате постиг в институте Марии Терезы, в университете. Там говорилось так, что вначале мы изучаем чтение, потом письмо, потом занимаемся аудированием, а потом результат. А вот результат говорения, а это у нас только результат, вершина пирамиды, не может априори быть вашим как бы субъектом, объектом деятельности. Вы не можете работать с предметом, который является лишь следствием вашей деятельности. То есть говорение представляло собой всегда, вот исходя из этой здравой науки, здравой, это значит подкрепленный годами, да, опять же про библиотечную пыль, верхушкой, надеюсь, меня не выгонят после этого этой замечательной речи из Марии Тереза, не в складочке кафедре. Вот, в общем, есть вот эта верхушка, которой как бы нельзя заниматься. Можно наоборот пирамиду перевернуть. Не бойтесь вот этой зияющей дельты, этого всевидящего ока, масонской ложи, которая будет смотреть на вас с пирамиды. Научитесь говорить, проговаривая много раз. И тогда придет, тогда все будет иначе, тогда все будет наоборот. Поэтому, если у вас возникает система в голове, такая строгая, стройная система французских времен, тогда этого, в принципе, достаточно, чтобы продолжать двигаться дальше. Не надо ждать того момента, когда придет, наконец, урок, посвященный plus que parfait media. Просто просмотрите эти видео, сделайте это каждый день. Поставьте себе это просто как необходимость вот, в регулярный план в своих заметках, и у вас возникнет как минимум представление. Этого достаточно. Это называется, знаете, обучение с предвосхищением или с опережением. Замечательные новаторские штуки, мне нравились даже в советское время, они были всегда. Были классы учителей, где ученики имели тройки, четверки, и стандартные классы. А есть классы новаторов, которые, преподаватели, были такие, которые имели все пятерки, и они удивлялись всегда тому, почему это все получается. Получалось потому, что
И они, и комиссии, которые приходили, и люди, которые присутствовали на их открытых уроках, и я тоже когда читал впервые эти пособия, были люди, которые в наше время могучие лихое племя, которые занимались системной подачей материала, то, что позволяло как раз в голове удерживать ученикам информацию и потом мыслительными действиями ее реализовывать. Вот один из таких методов – это метод с опережением. Метод с предвосхищением того, что будет объясняться в дальнейшем. На канале уже «Реальный французский» сейчас в вашем распоряжении я оставляю свои координаты ВКонтакте, в Фейсбуке, чтобы вы имели возможность ко мне обратиться, если вам нужно будет сориентироваться. Например, как найти видео про там то-то и то-то во французском языке. Я вам могу, если такое видео есть, сбросить на него ссылку на канале 416. Сейчас смотрю видео. И у вас будет возможность, в принципе, использовать меня, когда я вам смогу, я всегда отвечу, на то, где находится видео по той или иной французской теме, поэтому не стесняйтесь, обращайтесь, я в вашем распоряжении. Вот такая была работа, проделана в прошлом году, и я сейчас говорю про морально такую психологическую работу над собой, которую я вас тоже приглашаю в свою очередь. Потому что, если честно, в конце 2014 года, когда я говорил, куда я пропал, я и не думал, что я проделаю всю эту регулярную, системную, почти каждонедельную работу, и если в году 52 недели примерно, то получается, что это примерно каждую неделю выходило по одному видео, и я счастлив осознать этот факт сейчас. Час, и время течет очень быстро, и если успеть им пользоваться, то тогда потечет еще и удовольствие. Друзья, вовлекайтесь в процесс, погружайтесь в изучение французского языка, делайте это регулярно, и тогда ваша жизнь, помимо множества других движений, путей, стезей, по которым вы движетесь, будете преуспевать там еще больше, еще и будет дополнительно снабжаться радостью от освоения французского языка. Той дороги, которая никогда вас не оставит. Французский — это, как и такие мыслительные явления, связанные с языком, делают вас более человечными. Они очеловечивают вас, они делают вас сильнее мыслительно. Почему? Потому что чем больше языков мы знаем, говорил Буало, тем большим человеком мы являемся. Человек — это существо такое, животное, которое отличается от буквальных животных, зверей и прочих организмов, населяющих Землю, тем, что оно умеет говорить. Часть сознания неотъемлема от мышления, от сознания человека — это говорение. Чем большим спектром словесных красок вы озираетесь, наблюдая и созерцая окружающие, тем больше возможности существует в каждом из вас по постижению мира, по видению его, и тем больше удовольствия вы получаете. Да, некоторые говорят, знания приносят скорбь. Окей, знания могут приносить скорбь, если вы не умеете ими пользоваться. Настрой меняет все, а знания являются периферическим продуктом или комплементарным дополнительным явлением, которое вы вынуждены принимать в этом мире, если вы хотите за вашу жизнь воспользоваться всеми теми богатствами, которые каждому из нас она предложила, как говорил Андре Муруа, жизни каждому человеку в день предоставить как минимум 3 возможности. Если он воспользуется хотя бы одной из них, тогда за всю жизнь, не то чтобы за один день, тогда жизнь его полностью преобразуется. Поэтому используйте свои возможности полностью. Я не могу, я, конечно, цитирую вам много, но это для того, чтобы подкрепить, скажем, авторитарными аргументами те идеи, которые стоят за моим посланием, за моим пожеланием в году наступающем уже. И если Абрахам Маслоу Икару говорил в свое время о том, что если вы не используете свои возможности по полной программе, тогда вы будете несчастным человеком. Это значит, что если вы часть возможностей по логике не используете, то вы тоже не будете настолько счастливы, насколько необходимо. Поэтому используйте свои лингвистические дары, используйте свои личностные способности, делайте регулярную работу, и она будет отрадной для вас в регулярном отдаянии. Вы будете чувствовать это, я вам обещаю, потому что я сам это прочувствовал. На уровне самодисциплины и на уровне вот хотя бы того же курса, который в течение каждого дня на протяжении одной недели делал на неделе от 15 декабря. О том, что будет в следующем году, хочется, на самом деле, чтобы эти планы реализовались, но пока я могу сказать точно, что проектируется, уже говорю по-французски, в русском языке, проекты, связанные с весенними моими курсами новыми, которые будут фонетическими. Я думаю, что я возьмусь в любом случае за фонетику, потому что Попова Казаков — это не тот учебник, на котором я хотел бы остановиться на канале YouTube. Я предлагаю, в принципе, мыслить уже в перспективе качественного фонетического курса, где речь пойдет о более детальном именно звуковом фонетическом французском строе, где будут отрабатываться каждый звук за каждым звуком. Вот смысл, который я вкладываю в один из своих проектов, о других рассказывать не буду, потому что это будет, наверное, еще дольше, чем только что было про наше с вами совместное видео прошлое этого 2000
15-го уходящего года. С Новым годом, дорогие друзья! Сейчас я буду поздравить вас и пожелать вам успехов, которые только хочу и могу пожелать в условиях моего с вами не всегда личного знакомства, но всегда постоянного присутствия в качестве вашего преподавателя французского языка, вашего заочного репетитора, если хотите, человек, который искренне заботится о том, чтобы ваш французский был безупречен на уровне звука и радостен на уровне вашего регулярного его освоения. Французский — это стиль жизни, это качество жизни, это вкус жизни. Поэтому радуйтесь, вкушайте и получайте удовольствие от наступающего года. С Новым годом вас, дорогие друзья!